Здравствуйте, меня зовут Уличев Иван Иванович, я преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент кафедры новых технологий в гуманитарном образовании, кандидат богословия. Также я являюсь преподавателем и заведующим кафедры систематического богословия Донской духовной семинарии. В Институте дистанционного образования я веду курс «Догматическое богословие» по программе профпереподготовки теологии. На этом курсе мы изучаем, как явствует из названия, основы православного вероучения. Курс длится 2 месяца. То есть за это время мы стараемся изучить основные как бы, смысловые узлы православной догматики для того, чтобы впоследствии самостоятельно учащийся слушатель мог углубиться в содержание тех тем, которые его наиболее интересуют, которые, так сказать, вызывают наибольший интерес и внимание. На нашем курсе, как и на других предметах этой программы, мы используем разные формы работы. Там и ответы на контрольные вопросы, контрольные тестирования, форумы в асинхронном режиме, где мы стараемся обсуждать животрепещущие вопросы, даже дискуссионные вопросы, по которым существуют разногласия, разномыслия в православном богословии. Мы таких вопросов тоже касаемся. Также это вебинары, то есть работа в синхронном режиме, которые похожи на полноценные семинары в очной форме обучения, когда каждый может высказаться, и каждый может, мы можем слышать друг друга, видеть и слышать друг друга. В конце нашего курса обычно бывает экзамен, ну, иногда этот экзамен заменяется итоговой оценкой по результатам обучения студента. Вот. Еще хотелось бы сказать, что очень важно, чтобы тот, кто приступает к изучению основ православного вероучения, православного догматического богословия, синхронизировал свои интеллектуальные усилия с усилиями духовными. Здесь, конечно, очень важно, чтобы богословие не было просто каким-то чисто умственным занятием, но и этому бы сопутствовало нравственное преображение человека. Потому что богословие, в первую очередь, это богообщение. Богословие – это то, что должно содействовать богообщению. Вот. И главная наша задача, чтобы, узнавая что-то о Боге, входя в предание Церкви, погружаясь в эту традицию в предание, мы становились ближе к Богу. И наш курс, в том числе, тоже на это направлен, для того, чтобы мы приобретали некий и духовный опыт, который содействует нашему богообщению и спасению. Спасибо.